Смотрите, что я еще нашел. Вот такая вот под керосиновую лампу. Ну, это алюминий, наверное, скорее всего, алюминий. Вот так вот. Осталось только саму лампу. Только именно такое вот основание. Целое оставляем. Так, в одном вот такой мастерской мы в кладовке уже поубирали. Вот такой. Вот он мусор. Сейчас надо будет позгребать это все. А вот он еще мусор. Это еще не все, тут еще собирать и собирать. Ну вот так вот тоже поубирал здесь. Банки к банкам. Склянки к склянкам. Вот так вот. Знаете, что я еще нашел? Вот такой вот целый пакет, мешок сушек. Ну, я думаю, их на мусор. Не думаю, я знаю. Вот такой вот пакет. Ой, блин, кошмар. Собирается и собирается. Все, вот уже поснимал тюль, шторы. Дальше буду продвигаться. Блин, какой здесь тут склад бутылок, ёж! Чё это такое? О, ля как раз сплавилась. Это закрывашка, закрывать. На мусорник. Это на мусорник. Блин. Так, сейчас буду внутри расчищать. Поубирал все занавески эти все. Вот там то же самое, где лежак. Вон там все буду убирать. Так, вот. Уже поубирал немного, чтобы посадить печку, смотреть, где что делать. Это вот два газовых баллона. Один и второй. И, кстати, я еще нашел вывод отсюда, с этой газовой плиты. Оказывается, он на улице. Ого, тут, блин. Ой, блин, тут стены. Тут надо... Ё. Тут надо, короче говоря, что-то делать с этим всем. Так, печь уже почти почистил. Вон уже. Ну, ее чистить и чистить. Но это просто хотя бы основную вот этот мусор убрать. Это для дров. А там вот дальше я еще нашел котелок. Вот такой вот. Котелок. И вон дальше еще поменьше котелок. Видно? Я думаю, видно. Вот он. Это еще поменьше котелок. Сейчас буду оттуда его доставать. Ну, а вот это топка. Там, короче говоря, походу придется ли сажу трусить. Там вообще жесть. Вон она идет. Ого. Там кошмар, завалено всего. В общем, надо разбираться тут.